Бой на подарочном премиумном танке. ФВ-201 А45. Хули вообще о нем говорить? Блядь, я на нем покатался, это такой пиздец, это такое говно, блядь. Как в первом ролике на первом, блядь, в первом бою еще как-то более-менее как-то непонятно я поездил, блядь, и как-то еще не хуй знает. Не особо врубился, что за танк. Покатавшись на нем уже порядка так боев 30-40, я понял, что это просто нереальное говно, блядь. Это такое говно, блядь, просто пиздец. Вот этот бой, это лучшее, что, блядь, и вообще есть из реплеев, блядь, на этот танк. Этот, блядь, ёбаный валенок, нахуй, он настолько, блядь, трудный, блядь, вообще пиздец. Это трудный ребенок, часть четвертая, блядь, ёбаный свет. Охуеть. Короче, не, блядь, ворочается еле-еле, блядь, что башни, что нахуй все эти гусеницы, гусли, хуюсли, блядь. Пробитие с уроном такое, такая же порнуха, блядь. Короче, блядь, ну, блядь, он сливает бои, как нехуй делать. На нем катать, если вот идут подряд сливы, блядь, одни нахуй. Вот тогда можно, в принципе, брать прем и гонять. Тут просто как-то сказочно повезло с оленями, блядь, противоположной, блядь, команде. Там, блядь, настолько олени, что вот просто выезжали, нахуй, из-под камушка, и их просто можно было бить. И все. Такого практически вы не встретите ни в одном бою. Не, можно, конечно, но это редчайший случай, блядь. Это редкие, блядь, такие, сука, сказочные животные, блядь, которые, блядь, сами на тебя выползают, нахуй, и говорят, ну, бей меня в бочину, бей! Сука, они, наверное, насмотрелись БДСМа на этот. Или фильм. 50 оттенков серого или черного, блядь. Вот они, любители, блядь, чтобы их попиздили, нахуй, ногами, блядь. Я хуею, короче. Как можно вот так выезжать просто и получать пизды с удовольствием? Этот единственный бой, который мне понравился. И это единственный бой, где я набил порядка, по-моему, 1200 или 1300 дамага. Больше на этом танке получить? Не знаю. Больше набить дамага на этом танке? Мне кажется, это, блядь, из мира фантастики. Нет, может быть, какие-то великие тоскуны, которые сидят на базе. Нет, я еще раз напомню. Я не статист и не люблю гаситься на респе и сидеть, на, блядь, дрочить себе статистику. Нахуй, я не люблю такую игру, потому что я уже пробовал. Я стоял по 5 минут в каждом бою, блядь, даже больше. Меня это резко заебало. Вот, например, как Е-25. Он стоит, вот я ему пока не написал, хули ты, пидорас, стоишь, нахуй. Он только поехал. Нельзя так стоять, блядь, ну это просто, это не игра, нахуй, я хуй знаю, проще, блядь, заснуть можно, блядь. Я один раз 2 минуты стоял, блядь, просто иногда так вот стою, блядь, ну это пиздец, можно и чай заварить, и бутик себе захуярить, и просто пожать, ёпта, пока стоишь. Я люблю, конечно, выезжать и, блядь, рашить, хуяшить кого-то. В общем, ну нихуя, это там, его еще назвали ТТ, это не ТТ, это не ДПТ, блядь. Это не ДПТ, блядь, какой-то не... Ой, блядь, это пиздец, это слезы, нахуй. Да нахуй он вообще-то не нужен был. Дали бы за эту акцию 2 миллиона, блядь, или 3 лимона серебра. Вот это было бы-то реально, нахуй. Тащить, блядь, да хоть бы не смешили. Все как-то ориентировались. Может быть, вдруг он тоскун. Да ну нахуй! Короче, в топку.